У нас на обзоре чеснок и сажалка двухрядная. Емкость бункера для посадочного материала составляет 10 литров. Количество бункеров 2 штуки. Для посадки необходимо использовать откалиброванные зубки чеснока размером 15-24 мм. Посадку нужно производить на предварительно обработанных и подготовленных почвах при влажности почвы не более 20%. Шаг посадки в ряду 110, 125, 140 мм. Для компенсации длины цепи использован натяжитель. Сошник и заделки регулируемые. Глубина посадки 60-80 мм. Ширина междурядий регулируется в пределах 200-530 мм. Ширина пути 1400 мм. Вес чеснокосажалки составляет 67,9 кг. Также с помощью сеялки чеснока можно сажать лук, тюльпаны и другие растения.